подошел защитник факела Дмитрий Тихий. Дим, что сегодня не получилось? Я даже не знаю, что сказать, сегодня получилось. Вроде контролировали ход встречи, да? Видели, игра шла под нашу диктовку. Я не знаю, что это. Ну, фарт, неудача, я не знаю, как это даже объяснить. У них особых подходов не было, видите, один опасный удар. Один они реализовали, мы свои не реализовываем. Ну, не знаю, будем работать. Обязательно выиграем. Вот вопрос вам как защитнику, что произошло? Знаете, да, там защитник простреливал, я вроде бы заблокировал удар. Отскок ему опять на ногу, он свечу сделал туда штрафную. А там пока я разворачивался, я даже не увидел момент. Вроде бы наш вратарь полез убивать, но, видите, неудачно выбил. И... после ворот забили. Может, погода как-то? Да нет, дело не в погоде, они играют точно в таких же условиях, как и мы, поэтому дело не в этом. Все в равных условиях, и повезло больше, чем нам сегодня.